Снова в мир вторгается зло. Где ты, Скричер, время пришло пробудиться. Будем биться. Как нам в батле храбрыми быть? Скричер, диски где раздобыть? В мире этом дай ответ нам. Дикий ветропоток ревет. Скричер, пламени магнушон. Взрыв энергии не померкнет на пути. Дикий солнечный заряд. Скричер, молнии разряд. Это время тьму развеять, мир спасти. Давайте, скричеры, вперед. Пусть смелость нас не подведет. В битву эту за планету сердце нас зовет. Своих друзей мы соберем. Имени скричеров найдем. И если будем вместе в битве честной, этот мир спасем. И если будем вместе в битве честной, этот мир спасем. Дикие скричеры. Все тайное становится явным. Воссоединение семьи. В предыдущей серии Ксандр и его друзья отправились в лес Бия, чтобы исследовать колебания энергии, и случайно попали на территорию первобытного племени, вождя которого звали Джента. Когда обе стороны уже приготовились к драке, в лес ворвались теневые гиганты, которые и раньше рубили там деревья. Ксандр и его союзники помогли Дженте прогнать теневых гигантов. Джента завоевал доверие Яши. Как вдруг неожиданно появился Скричер с энергией воды. Тебе что, заняться нечем? Я эту ловушку полдня делал! Кто на это клюнет? Пошли! Как будто твоя куча листьев сработает лучше! Босс, ты в порядке? Больно же! Видишь, прекрасно сработало! Сделаю из тебя приманку, хоть какая-то польза будет. Идем. Сломанных гигантов и древесину отправить на базу. В лагере оставить охрану. Лучше поиграй с мячом. Может случиться беда, если бросим здесь бутылку. Ринго, ты ведь знаешь, что пластик загрязняет окружающую среду? Это еще не все. Ведь бутылка с водой превращается в линзу. Она направляет лучи солнца в одну точку. Это не мы. У племени Дженты такие материалы не встречаются.
Для темной армии это какие-то примитивные ловушки. Должно быть, это Раф. Ну, я им покажу. Нет, они опасны. Одному тебе не справиться. Но если они продолжат вырубать деревья, лес исчезнет. Я с ними разберусь. А вы с Ринго и Ксандром найдите Айсбера. Помоги им отыскать энергетический диск. Но... Не беспокойся, Джансен и Эрсквейк Мамонт не подведут. Если вы поможете Айсберу найти энергетический диск, он вернет воду. Так мы сможем спасти лес. Да. Джансен, будь осторожен. Эй, эй! Это Айсбер! Вот так. Ого! Джента, это было супер круто! Айсбер, спокойно! Сейчас мы тебя освободим! Ой, нет! Подожди! Айсбер потерял память. Он не узнает друзей. Если мы выпустим его, он снова сбежит. Ты прав. Пожалуй, я поторопился. Скоро мы дойдем до сердца леса и найдем энергетический диск. Не волнуйтесь. Хорошо. Похоже, ловушка не сработала. К счастью, я оставила в клетке маячок. Сюда! Неужели это и есть сердце леса? Может, мы заблудились? Да уж, здесь даже трава не растет. Нет, мы на месте. Тут раньше была река, но вода ушла и все высохло. Что? Целая река просто исчезла? Угу. Почему же? При отсутствии растений вода не задерживается в земле, что приводит к вымыванию плодородной почвы и потере влаги. Это называется эрозией почвы. Ксандр, я чувствую электромагнитные волны энергетического диска. Давайте осмотримся. Глядите, впереди заваленный проход. Похоже, электромагнитные волны идут оттуда. Да, совершенно точно. Мы скоро найдем диск. Посмотрим. Ну что там? Вы это ищете? Да-да-да, это он! Доктор Холмс, можно выпускать Айсбера? Айсбер, как ты? Ты нас помнишь? А? Лайтнинг Игл? Эрстрайк Игл? Что вы здесь делаете? Ты вспомнил! Мы пришли, чтобы спасти лес, и узнали, что ты лишился диска, а с ним и памяти. Точно. Я видел троих людей и толпу роботов. Они вырубали деревья. Я уж было подумал, что мы с ними заодно. Что-то не так. Нам нужно уходить. Срочно! Берегись! Привет! Какое совпадение? Опять вы! Веном Лизард, ты взять их! Токсичный зал! О нет, это особый прием! Скричер трансформация! Уроша трансформация! Алфа-Тайгер! Вампайр-Лай! Лайтнинг-Игл! Эрстайк-Игл! Эй, что это за прием такой? Хамелеон! Осечка вышла?
Может, хочешь заглянуть ко мне на техобслуживание? Сделаю скидку 50%. Что происходит? Что такое? Не могу сдвинуться! Битум! Мы крепко влипли! Что? Но разве битум бывает такого цвета? Кто знает, на что способна эта ящерица? Хе-хе, повеселимся! Вперед! Скричер-трансформация! Ковер-трансформация! Деваулинг-пантер! Деваулинг-пантер, хватай их скорее! Окей, босс. Подожди. А? Чего тут ждать? Это наш шанс! Яша может пострадать. Эй, уйди с дороги! Ты с ума сошел? Отзови Деваулинг-пантер. Да почему у меня такие напарники? Вот невезуха-то! Ты... Атакуй! Lightning Eagle! Неплохая попытка! Air Strike Eagle! Яша, помоги мне трансформироваться! Я должна помочь! Да! Нет! Мы не знаем, где заканчивается битум. Если наступишь, завязнешь! Конец! Получайте! Но нет! Дикий огонь! Нет! Осторожнее! Так, попались! Отпусти их! Веном Лизард, покажи им силу своих объятий. Как пожелаешь. Стой! Отпусти их, мы сдаемся. Так-то лучше. Верните скричеров! Еще чего? Мы добыли скричеров и срубили все эти дурацкие деревья. Лорд Абадон будет доволен и похвалит меня. Так это ваши монстры уничтожили лес! Ты еще? Деваулинг Пантер, взять его! Джента, осторожней! Джента, помоги трансформироваться! Но ведь я не умею! Скричер-трансформация! Урон-трансформация! Айсбер! Айсбер, давай покажи им! Они продолжают рубить лес! Эй, они убегают! За ними! Да чего же шустрые злодеи? Они оставили следы. Скрыться им не удастся. Сперва найдем Ксандра и остальных. Ну что, продолжим? 1, 2, 3, 4, 5, 6! Босс, ведь их шестеро. Как же нам с ними справиться? Ах вы, 6 против 2, это нечестно. Вообще-то 5 против 3. 5 больше 3, на целых 2. Да-да-да-да-да, эти косолапы тоже отойди. Косолапы? Кто косолапы? Веном Лизард, разберись с ним. Будет сделано. О нет, Веном Лизард снова что-то задумал. Мы должны помочь Айсберу! Ринга, верни мне Яши! И не мечтай! Скричер-трансформация!
Яша, не упирайся! Отпусти меня немедленно! Кто ты такой? Ты правда меня не узнаешь? Это я, Арла! Ха, думаешь, я поверю, что ты мой брат? Ты просто обманщик! Санблайстар! Объединение! Скричер-трансформация! Исцеляющий свет! Не понимаю, почему ты помогаешь им? Забыла, что случилось с ареной! Кто бы говорил! Это вы виноваты, что в Санлайт-Сити столько проблем! Если бы не Абадон, арена бы стояла, и с папой ничего бы не случилось! Мы бы вместе ждали Арла домой! Да нет же, все не так! Арену уничтожили эти двое! Ха, да если бы не ребята, я бы тогда вместе с папой оказалась под завалом! Она говорит правду? Быстро отвечай, Нераф! Босс, скажи, что ты тут ни при чем. Это все Абадон. Девауринг Пантер, лучше займись делом. А вот и я, Эрсквейк Мамонт. Топот Мамонта. Проверим мое новое изобретение. То, что ты говоришь, это правда? Я бы не стала врать о таких вещах. Но как это возможно? Тебя обманул. Если не веришь нам, давай хорошенько расспросим Рафа. Куда они подевались? Ну вот опять, сбежали. Вот скользкие типы, только отвернись. Ксандр, Ринго, простите меня, я так ошибался. Из-за меня чуть не пострадала Яши. Арла, ты не виноват, ведь это все подстроил Абадон. Точно, точно. Арла, помоги нам, давай вместе победим Абадона. Угу. Лайтнинг Игл? Санблейз Стак? Лайтнинг Райна, ты наконец пришел в себя! Простите, не знаю, как я мог вас забыть. Я все время слышал какой-то голос, который приказывал мне сражаться против вас. Ничего, все в прошлом. Главное, ты в норме. Лайтнинг Райна, хочешь защищать Землю вместе с нами? Да, присоединяйся! У племени есть немного семян и саженцев. Ха, отлично! Давайте скорее посадим новые деревья! Джента, помоги трансформироваться! Лунный поток! Джента, чем займешься теперь, когда проблем с водой нет? Не знаю.
Хочешь присоединиться к нам? Если мы не остановим этих злодеев, они продолжат вредить Земле. Но копье против них бесполезно. О чем ты? Посмотри туда! У тебя теперь есть кое-что получше. Ха-ха-ха! Уговорил! Я с вами! Отлично! Это лучшая команда в мире! Переведено и озвучено Straight Pro в 2022 году. Роли дублировали Леон Автаев, Тихон Ефименко, Анастасия Филимонова, Ярослав Горнаев, Ислам Гамджаев, Петр Коврижных, Александра Курагина, Артем Затиев, Максим Якимов.